Витя упал. Идет, идет, идет на пониженной, на полном приводе. Вот это жжет нормально. Давай, ну как брать? Давай, вставай. Ну вас не нравится, как едет. Руслан, я думаю, что сейчас самое время ехать и снимать всех сборную. Да, давай. Да? Не давай, знаю. Пока все стоят, давай. Прицепимся, надо взять еще резину. Колонна пошла потихоньку. Витя, надо выйти, это точно. Как ты вышел вверх. Это жестяк. Ну вот снежок с переворота. Видите, у вас, а Тойота уже кончилась у Бокалов уже, понял? Да? Ну конечно, мотор. А я думаю, что он не приехал, не мотор ехал. Умирает после переворота сразу. Надо ждать полчаса, чтобы масло стекло. А у вас просто берет и едет. Витя, Витя, мы не планировали вторую серию пока. Давление в норме. Да? Ух, блин, это вот это аппарат. Даже шашки не послетали. Даже шашки на месте. И зеркала целые. Ну, мягенько легли очень. Все, а тут можно влево резать, тут невысоко. Тут невысоко, давай. Надо посмотреть, что там платье, сколько осталось ветра. Там предлога вытекла. Дело есть. Что, я посмотрел по снегу. Потому что мы поехали все время на этом байке, а тут сюда полный. И... Там чуть-чуть можно выйти. Нет, лучше не будет. Будет капля, иди вниз. По снегу ты не увидишь. А это удлиняет видео, ну не удлиняет, а удлиняет монтаж в разы. Вот люди тут. Кто-то стреляет. Кто это стреляет? Витя, кто это стреляет? Все. Это передавали, это вы этот? А? Это вы поспали немного, да, передавали? Да не, ну я ему сказал, куда ехать, а он, блин, неправильно поехал. Ну, конечно. Так, теперь новый экшен, Витя в главной роли. А, ты так? А, я в главной роли? Да, ты в главной роли. Ну, застегивай меня тогда. Сейчас вот на моем поедешь. Ём, давай я свой, нафига я брал. Да я твой только закрыл. Так а что я? Мне надо ботинки одеть специальные. Не надо тебе ничего. Ты становишься там. В сапогах резиновых. Если поеду я. Ну давай. А кто камеру будет держать? Я буду бежать и держать. А я уже ки сяду и мы тебя снимем. Я хотел, чтобы ты это. Бородач на УАЗе поедет. Ну давай, едь. Что? Ну едь ты сначала. Думаешь? Или очкуешь? Не, не очкую никак. Точно не очкуешь? Не, если ты за рулем. Нет сотрясения после переворота? Не, вот перчатки есть. Перчатки есть. Что ты побледнел? Покури Айкос. Да, ну, тут корабельные сосны растут. Знаешь, как жалко машину? Я ее за такие бабки купил, сумасшедшие. Подписывайся на канал лучше. Вон. Да. Запаска. Открой запаску, закрывает канал. Да ну тебя. Я не буду тебя больше слушать никогда. Да нет, все благополучно. Я тебе когда, если бы ты повернул там, где я сказал, надо штурмана слушаться по первой команде. Ну я понял свою ошибку, босс. Ну все, теперь ты... Безопасности одевай. Так, Витя пытается повторить экшен с переворотом. Это уже не повторить. Блин, а как ты поедешь в этих ботинках? Это же вообще не это. Это ботинки для танцев, елки-палки. Это что? Это берицевый. Это тот два про. Это тот случай с нашего форума. Что-то ты задумался. У вас есть Нет, нету. Только Витя или что? Только Витя, его штурман Руслан. На, и не отпускай. А на шею ему один. А кто за рулом будет? Ты. А, ты же не умеешь на вас ездить. Да пусть учится. Нет. Крис, садись. Если не учится, то пожалуйста, езжай. Ну, это жесткий парень. Не получилось. Слышишь? Катайся вот с этой горки пока. Вот. Ну, я пока с этой покажу.
Как я люблю сноуборд. Вставать надо не так. А что вообще? Готов? Да. Да вон, держись за ручку, он ручка что у тебя специальная. Что происходит с этой йодой? Чего они постоянно ломаются? Надо продавать. Я не почини, ты же, подожди, так я же ездил на этом УАЗе, я умею. Что? Иди с улицы снимешь. Что вы делаете? Иди с улицы снимешь. Не, подожди. Выходи. Руслан, ты их не прорежешь. По правой стороне. По правой прорежу. Или нет? Ого, колонна. Витя, стой. На фоне того. Еще. Еду. Витя, стой. Стой. Стою. Едет. Давай, дельфин. Дельфин первый раз в УАЗе. Все включено. Все включено. Все камеры включены Советского Союза. Включено. Там понижайки включены. Первая, как у всех. Как в патруле. Да, да, педали. Да, да. А как он идет? Так. Зажигание. 15 лет попробуй. Закрывай его. Вправо, Крис, вправо тебе, вправо. Камеру правильно зовут. Если что, можно назад. Давай. Витя, с веревкой. Ты вроде вешаться идешь. После всего, что со мной сегодня. Смотри, что дельфин. Отъедьте, пацаны. Давай вправо, дельфин. Дельфин первый раз в УАЗе. Закрой. А он не пойдет. Пойдет, пойдет. А дельфин за рулем. Леня, отходи, отходи. Ты меня держишь? Ну, конечно, чтобы ты не упал под УАЗ. Ты сильно оптимистично думаешь про дельфин. Да, конечно. Ты не знаешь, да, конечно, он застрянет. Тихо, 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 тихо. Ты сказал, он первый раз едет на этой машине. Первый раз. На УАЗе едет первый раз. Давай, дельфин, давай. Крис, тебе хана. Тебе хана. Давай, на этот бок еще не падала она. Сзади Витя привязан. Давай, 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 пойдет. Дельфин уже вспотел, блин, 4 раза. Открой окно, чтобы вентилятор... Леня, отходи, не мешай ему. Вот всего, что-то есть. Да нет, выбило, не довключилось. Газу, газу! Да дельфин валит вообще! Понаставляю тут японского автопрома, япономать. Давай, дельфин, давай! Давай, дельфин! Отходи. Отходи. Дельфин. Это тогда как будет работать или нет? Нет. Так, Витя. Да этот аттракцион уже как 40 лет отработал назад. Дельфин пытается. Олег, можете отъехать? Дельфин нормально валит. Алло. Он сейчас войдет во вкус. Я уже нашел тебе покупателя на УАЗ. Витя только. Покупателя нашел? Нашел покупателя. Ему нравится, я вижу довольное лицо. Что, не проехал? Едет. Давай следующий. Это не та машина. Да, конечно, не та машина. Покажи. Блин. Не умеешь, так и скажи, блин. Да. Ты просто ее не чувствуешь, эту машину, понимаешь? Ты просто ее не чувствуешь. Так, я продолжаю управление этим болидом. Второй раз я в нем. Давай поснимаю тебя. Давай. Не мучайся.
Снимай на него. Снимаю. Или печку выключи. Печку? Вон там. Держи двумя руками. У нас соревнования. Стабилизация нема, да? Очень близко. Не проехал, да? Еще чуть-чуть буквально, еще чуть-чуть буквально будет. Да не, ну понаставляют эти японские зламки эти. Оно же никуда не едет. Все время ломается. Японцы делают вещи. Да, да. Жека, блин, пробил траекторию. И встрял. Ого, да. Там вообще жесть, да? Диагоналка. На таких колесах, на таких джипах не хотят первыми ехать. Ну конечно страшно, что. А что же страшно? Ну что машины там дорогие импортные. Поэтому страшно? Ну конечно. А что ему будет на той машине, ёб? Сломается. Чего ему ломаться? Ты же видел, чинили только что. Кого чинили? Машину. Какую? Черную. Куда ехать? Ого, руль не крутится. Давай-ка. Сразу выехали. Оп. Ты крузак застрял первым, видишь? Бля, он капитально там застрял. Чувствуешь, что зарываешься, ну еще раскачай, потому что потом зарвайся вообще. Почему у него левое колесо переднее не крутится?
Что там, упал? Витя упал. Ну шли красиво, видите? Очень красиво шли. У вас, конечно, ну, это ну, сила. Что с Витей? Упал? Витя упал. Идет, идет, идет на пониженной, на полном приводе. Вот это жжет нормально. Давай, только аккуратнее. Давай, вставай. Блин, ну вас не нравится, как едет. Слушай. Веревка зацепилась. Такой... Не, он не поедет. Да поедет. Это Тойоты не могут только, УАЗы могут. Что, устал? Да. Все, Витя накатался. Да ну его. Ну шел неплохо. Может я на лыжах давай тебе? Да ну тебя. Что, у меня лыжи есть. Тяжело. Понял, ну. А, машине под тяжело. Под него заехал, я сразу упал. Ну сейчас за УАЗ залебедимся. Давайте. Я, ну, что тут можно? За вот этот. Да. Возьмется, нет? За раму можно снизу где-то посмотреть там. Вот так, да. Держи просто натяжку надо. Подожди, Витя, Жека лебедится. Витя, давай сноубордист. Начинающий. Глянь, где дельфин уже. Лыжник. Да, тут сложное поле пробить. Держи, держи, Витя. Право руль! Не крутится. Не просто тут все. Такая диагональ. Жесткая. Сейчас. Жеке сложно, тащи Жеку. О, Бодя, привет. Новенький появился. Нормальная обувь, ну не очень, но пойдет. Зато у тебя больше всех фотографий, Жек. Да, да. Не хочет. Конец рейда? Лагерь? Ну давай, пробуй, без меня будет легче. Ну я догоню. У вас я догоню точно, я думаю. Не просто тут. После 37-х колес вон нагребает впереди. Давайте лагерь делать, нормальное место уже. Витя болт буксует. Дембелей высаживай. Дембеля уже тут все на улице. Закрывай. Давай, бородач. Ух ты, блин, посмотри. Ух, какой резкий. Пошел, Витя болт тоже может. Пробили колею. Ух и валят. Да, сложно. Тойоте. Шины широкие, сопротивление. Ну, все, пробил. Стой, меня забери. А я тронусь теперь. Да. Ага. Тронись, а тут накатано уже. Поехали. Натяжку, да. Знаешь, оно тут не всегда прокатывает натяжка. Тут надо, когда чувствуешь, что ты уже прилипаешь, газ добавлять. Не, ну сначала стартануть надо натяжку.
Белый дельфин блогерам говорит, хорошо быть, да? Снимаешь, ничего не делаешь. Вот хитрый. Посмотри у него какие кадры сегодня, да? Все лучшие кадры у белого дельфина. Обходи вот справа, Витя шел. Понял? Стал на траектории, понял? Чтобы его объезжали. По харду всех, да? Да, да. Чё там? Можете дальше подтянуться? Нормально прорубились так. Ну, а если брать, так брать такую уже везет. Так, Toyota. Лёня по пробитому. Ну вот и Range Rover. Ну как самурай сегодня себя показывает? Ну тепленько вот это, конечно. Печку бородач починил. Одним легким движением руки, он да? Так сделал. Ха! Как, покажи. И все, да? Фу, открой окно, то потеет камера. Правая не открывается? Правая, ну, вырезается, можно ножиком открывать. Ну, один раз оно открывается только. Потом не закрывает. Потом нет, закрывать можно закрывать скотчем. Долго, да? Долго закрывает. Кто-то валит, смотри. Это серьезные какие-то новенькие, да? Первый раз они или второй? Нахалыч, это Нахалыч, да? Да нет, это какие-то новые. Новенькие? Да. Сейчас застрянет. Да, конечно, это ж Toyota. Или сломается.